В Чувашии в этом году действует более 10 пляжей и 40 с лишним мест, оборудованных для купания. К ним относится и Новочебоксарский городской пляж. Однако оборудованным его можно назвать с большой натяжкой. Почему жители города-спутника лишены летних радостей, в нашем репортаже. Новочебоксарский городской пляж – официально действующий объект, у которого есть хозяин. В 2014 году администрация города заключила договор аренды с предпринимателем, который должен был оборудовать его и далее развивать территорию. Однако, заглянув на пляж на прошлой неделе, глава республики был немало удивлен, не увидев там даже элементарных приспособлений для отдыха. По поручению Михаила Игнатьева, Управление контроля и общественной безопасности главы Чувашии провело проверку, итоги которой обсудили на совещании. Всего предполагалось на июнь 2018 года инвестиций вложить в пляж на 13,31 миллиона рублей. Однако по факту было всего вложено инвестиций на 6,3 миллиона рублей, а на 7 миллионов рублей инвестиций не было. Кроме того, в момент проверки на Новочебоксарском пляже в 10:30 на спасательно-медицинском посту никого не было. То есть за 4 года практически ничего не сделано, подытожил Михаил Игнатьев. Между тем, договор заключен на очень выгодных для предпринимателя условиях. Арендная плата составляет 1 рубль в год. Договор аренды 25 рублей за 25 лет. Он должен миллионы вкладывать, чтобы там и кафе работало, и удобства были, и сполоснуться, где возможно было, переодеться нормально. Там бардак, вот как стихийный пляж был, ну, в Новочебоксарске, так есть. Но не первый год работы. Какие меры будете принимать? Новочебоксарская администрация намерена расторгнуть договор с предпринимателем и уже направила в его адрес претензию. Параллельно ведется поиск нового инвестора. Елена Гальперина, Борис Андреев, Республика.